Эй, всем привет, с вами канал Easy Vision, я Александр, и сегодня мы поем очередной музыкальный пранк, вы их так давно просили, не смогли мы сдержаться и не спеть их. В нашей группе ВКонтакте мы создали опрос, где хотели спеть Тиму Белорусских. Очередной Тима Белорусских, наш земляк, поет охерительные песни, хиты. Мы спросили спеть «Витаминку» или «Я больше не напишу», вы проголосовали примерно одинаково, и поэтому мы сегодня поем «Я больше не напишу». Поехали. Ты не просил меня, я больше не напишу. Я заблокирован, я только пью и пью. Больше нет смысла, мам, места не нахожу. Нужно искать ее, ведь мне сложно быть одному. Ты не просила меня, я больше не напишу. Я заблокирован, я только пью и пью. Больше нет смысла, мам, места не нахожу. Нужно искать ее, ведь мне сложно быть одному. Ты не просила меня, я больше не напишу. Я заблокирован, я только пью и пью. Больше нет смысла. Знаешь слова? Не знаю. Ну ладно. Это был пранк, вон там камера. Очередной день, но уже без нас. И все идет к тому, что все в прошлом. И каждый на моем месте давно погас. Я догораю, мне не больно, не сложно. Оу. Все говорят, что к этому шло, что за бред. Что по факту уже должно быть все равно, но не. Меня снова уносит, ты снова уходишь в ответ. Хлебушек. Хлебушек. Как хлебушек? Хлебушек? Не хочу хлебушек. Ой. Хотя давай хлебушек. Как дела? Мы же не очень хотим разговаривать. Вы хотите кушать. Это просто хлеб, да? Ну он с чем-то должен был быть. Это то, что я съел, да? Ну. Да, нам не очень понравилось. Все равно, но нет. Меня снова уносит, ты тоже уходишь в ответ. В нашем когда-то до более знакомом окне не мелькал наш силуэт. Видишь, доволен я. Как мы милые. Обнимашки. Ты рядом лишь в мыслях не более, но это все целая история. Да, позабыты все главы и стерты, а ты все так же останешься гордым. А я стою и молчу, когда впору было бы кричать во все горло. Да, так бывает! Нас не найдут, ведь нас не узнают, твое сердце во мне так мило играет на ломаных струнах, едва ли касаясь. Но как бы тут ни оказалось в итоге, я все равно желаю мира вам. Но есть одно но. Ты не просила меня, я больше не напишу. Я заблокирован, я только пью и пью. Больше нет смысла, мам, места не нахожу. Нужно искать ее, ведь мне сложно. Ты не просила меня, я больше не напишу. Я заблокирован, я только пью и пью. Больше нет смысла, мам, места не нахожу. Ты не просила меня, я больше не напишу. Я заблокирован, я только пью и пью. Ты не просила меня, я больше не напишу. Я заблокирован. Ты не просила меня, я больше не напишу. Я заблокирован, я только пью и пью. Больше нет смысла, мам, места не нахожу. Нужно искать ее, ведь мне сложно быть одному. Сложно быть одному. Mm. Да? Нет. Беззаботно уходит даль. Всем спасибо за просмотр. Это был Тима Белорусских. Я больше не напишу. Хотите видеть витаминку? Давайте наберем 15 тысяч лайков. И мы выпускаем ее. Сейчас будет небольшой трейлер, потому что мы ее уже сняли и подготовили именно для вас. Собственно, все полезные ссылки будут в описании. Напишите в комментариях еще какие-нибудь песни других исполнителей, может, вы хотите видеть, может, мы прочитаем, услышим именно вас и отметим ваш комментарий так жирно, и вам будет приятненько. Собственно, все ссылки полезные в описании. Я уже сказал, Ева Пранкс инстаграм-канала, Ева Пранкс группа ВКонтакте, подписывайтесь обязательно, потому что там все очень и очень круто, особенно в инстаграме. Там прям вот, там не вошедшие реакции с этого пранка есть, а их достаточно много было. Все, скоро увидимся. Пока. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно.